Смотрите, там опять кручит. Школьник, что-то делает в своем теремке. Давайте его жестко загрифируем. Что он там делает? О, парься, воу, стоямба. Сегодня будет очень жесткий троллинг. Мы возьмем школьника и вот так вот его. Да. В общем, давайте. Для этого поставьте лайкусик. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И тогда у всех вас будет звание «Самые лучшие тролли в мире». Да, вы сможете очень жестко троллить своих друзей. Да, из этого не получите люлей. Да. В общем, давайте. Выполните три правила. Поставьте лайк. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. А если подписаны, то вообще красавчики. И пишите хэштег «троллинг». Да, выполнив эти три правила, вы становитесь королями троллей. Да, королями троллей. И сможете затроллить своих друзей. И не получить люлей. Вот такой вот стишок. Короче, нам надо его загриферить. Для этого поставьте лайкусик. Подпишитесь на мой канал, на канал вот этого школьника оборванца, ссылка в описании. Да, и сейчас мы, короче, это начнем. Жесткий троллинг. Школьник, здорово! О, блин, ты чё? Слышь, кто это был? Так. Ты стоял? О, блин! Там, Кустик? Это Кустик был, что ли? О! Евген Бро! Здравствуйте! Кто-кто в теремочке живет? А что ты что-то делаешь? Ты что-то видел, что ли, тут? А, да, я видел, что ты делаешь. Что ты видел? Нехорошие вещи делаешь. Я тут змеи выгонял. Змея? Так его не. Так тут змеи просто у меня в доме, я их выгонял. Ой, блин, ты чё? Блин! Ты чё, вон, вот так надо выгонять. Ты чё? Ты чё, офигел, ты мне дом, что ли, сжёг? А ну, чини. Ооо, смотри, что происходит, горит. Капец, ты зачем? Ах ты, да, ты чё, грифер, что ли? Да нет, не грифер, да сейчас починю. Хотя нет, не починю. Капец. Короче, ты слушай, офигел, слушай подожди. Сейчас мы тебе новый дом построим, круче, чем этот, хочешь? Ты офигел? Да реально круче будет. Ты мне дом сжёг. Ну блин, ну с кем не бывает, ну братух. А ну иди чини. Ну братух. Да чё? Ну с кем не бывает, ну подумаешь, сжёг. Сейчас новый построим, смотри, как горит. Блин, хороший был домик. Ну был, да, сплыл. Ну давай, что там ты хочешь? Короче, давай, пошли, строй мне новый, давай. Да, для этого надо сделать алмазную кирку. Ну, чтобы сделать алмазную кирку, надо добыть алмазики. Смотри, вот здесь есть алмазики, копай. Вот здесь есть? Да, вот здесь. Откуда инфа? А у меня специальный радар есть. Радар, который покажет. Вот так просто вниз копай? Да, давай копай. Вот так просто вниз? Да, давай. Так. Ну где? А, там камень. А, сейчас тебе кирочку дам обычную. Давай. Так. На. Кирку мне отдай! Все, да. Ух, нифига. А ты что, золотую? О, золотая кирка. Да. Самая лучшая в Майнкрафте, так, давай. Давай, ого. Так. Нормально, так. О! Что произошло? Где, что произошло? Меня что, затопили, что ли? О! Меня затопили! Да, там не задохнись, давай, сплывай быстрее. Я пытаюсь, да. Блин, капец, кто-то. Спасти школьника. Так, я тебя спас. Ого, капец. Как так меня это? Короче, копай здесь. Так это ты был, наверное. Кто? Я тебя вообще спас. Смотри, как дом, кстати, это. Горит. Блин, да офигел. Гори, ясно, чтобы не погасло. Смотри, какой, а. Ты, капец ты офигевший. Так, ну все, я копаю. Ты мне сейчас новый построишь, вот серьезно. Вот прям сейчас скопаю и все, построишь новый. Да, конечно. Давай. Все, копаю. Давай, копай. Ну, копай. Где мои алмазы? Ты что, меня обманул? Не обманул. Копаю. Копай. Где они, алмазы-то мои? Да сейчас скоро будут, так. Ты офигел, где? Так, ладно, еще копаю. Ну, где они? Ну ты копай. У меня поломалась кирка. А ну это достань меня оттуда. Что такое? Лава тут прямо это на меня падает. Какая лава? А ну, достань меня быстро отсюда. Здравствуйте. О, привет. Что ты делаешь? Лава там это. Оу. Ладно, пока. Нет, стой! Ты чё? Ты офигел? Бедный нубик. Ты офигел? Да ладно, все. Сейчас все будет. Давай, сплывай. Ты офигел? Давай, сплывай.
ну так немножко офигел. Ладно, все. Сейчас, все, я больше тебя не буду троллить. Все, пойдем, сейчас будешь вот здесь дом строить. Короче, вот тебе деревяшечки, вот еще. Давайте помогать буду. И ты наливал 100%. Ну давай, ладно, хорошо. Давай, что вот мне нужно тебе делать? Опору тебе строю, опору. Че? Опора, ну балка. Опорная балка. А что с ней делать? Вот так, это опор, дома ты что, никогда не строил, что ли? Не, не, я там строил, ты его это поломал. Ты что, нубик в Майнкрафте? Вот, вот так вот, смотри, я за тебя строю. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 школьник, ну-ка. Так, а подожди, а как мне строить вообще, я же не умею. Так ты что, ты что, не мастер-строитель, что ли? Не, я же это, я же нубик. А, ну вот так вот, короче. А, ну окей, давай еще вот так вот, да? Ты что, ты не трогай. Вот так вот, да? Неправильно, неправильно. О, блин. О, блин, я в лаву провалился. Так тебе и надо. Я случайно, я не видел ее, Евген. А теперь воду про... Да ну ёкалмны. Евген задел... Да нет, да стой, да не меня ж задел. Ладно, 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 давай выбирайся. Да, ну ты меня это достань. Ну достань меня, колдун. Ладно, ой, блин. Ну ты тупой! Ну, теперь мы с тобой вдвоем тут застыли. Ну все, ну теперь давай меня. Ладно, ладно, все, все, я тебе даю. Ты че, Да сейчас плывешь. Да ты офигел, да Евгену, блин. Ну ладно. Я же что-то буду выплывать 10 лет, пожалуйста. Ну ладно, ладно, ладно. О, спасибо, все. Все, Шкалянский. Так, что теперь? Ну все, короче, смотри, Шкалянский. Сейчас я тебе покажу магию. У тебя есть дверь? Дверь мне запилил? Нету. Дверь мне запилил. Ты мне запили, у меня нету. Быстро дверь, ладно, вот здесь. Ты мне запили, о. О, смотри, да, угу, угу, тут. Нравится дверь-то? Вот так можно делать, о. Давай, 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 на я. Смотри, смотри, можно так вот, оп, залезть на дверь, о. И так вот. О, ну и чё? О, блин, опа. Ух ты, а чё ты, а чё за прикол такой? Какой? А, все нормально. Показалось мне там, как будто я там что-то через стену не могу выйти. Ну-ка. А что это такое? Ну-ка. Что это такое? Что такое? Ну-ка. Так, ну-ка выйду наружу, так, посмотрим. Что это за фигня? Какая фигня? Ты о чем вообще, школьник? Какие-то эти... А как выйти? А как выйти? Ой, блин. А что это за прикол? Ну-ка. Стой! А чё, а как выйти так? Ну не, ну вот так можно через дверь, хорошо. Но так. Навальный запретил выходить, все. Ты чё, офигел, В смысле запретил? Ну всё, запретил. Он сказал выходить как раз. Чё? Не-не-не. Ты чё, офигел? Да блин, ты чё? Стоп! Я пытаюсь сейчас выбраться, сейчас под... Так, ну-ка, ну-ка. А нельзя так. Выбираться. Я не могу выбраться, капец. Да блин! Что за прикольчики такие? Опа, да. Так, Евген, ты что, меня тут это, закрыл, что ли? Да в смысле закрыл? А что это, можно пройти, что ли? А не надо туда проходить, не надо. Ну хоть заберись назад, заберись. Как? Подожди, да я хочу выйти отсюда. Опа. Оп. Опа. Оп. Опа. Стоп, что? А как тут? Смотри, Евген, я как будто летаю. Магия? Что происходит? Капец, Евген, смотри, я летающим стал, нубиком. Да, смотри, магия. Что ты делаешь? Я тебе дом строю. Стой, я знаю, я смогу выбраться, если я вот так вот подкоп сделаю, да? Ну, не знаю. Так, ну да, надо быстрее подкоп делать. Ах ты. О, блин. Ты что, умный, что ли, такой же? А, блин, да, я умный, надо подкоп делать. Так, пока он не успел. Так, это троллинг, да, такой, Евген? Нет, это никакого троллинга, ты шо? Ты чё, А ну-ка, так, ну-ка. Ну-ка, стоям. Как мне выбраться? О! Ого! Стоп! Стоям. В чем прикол? Ой, упал. А, ты что, лазечку спрашивал? Да, о! О, да, никак, да? Что, никак, Евген, выпусти меня отсюда из этого дома. Все, короче, смотри, это не дурацкий, это невидимый дом, смотри, дом невидимка. Как тебе? Это реально дом невидимка? Ну, смотри, это же дом. Не, он невидимый, дом-невидимка. Капец, а ведь действительно. Евген, ты что, построил дом-невидимку? Дом-невидимка, класс, да? Офигеть. Короче. Невидимый дом. Да, смотри, невидимый дом. Круто же.
Офигенно вообще. Но тебе нужна железная дверь, чтобы воры не зашли. Давай, заходи, железную дверь поставлю. Ай, ой, я в лаву стал. Да, ты аккуратнее, аккуратнее будь. Так, ну давай, делай железную. Ну все, сейчас, ну-ка. Короче, смотри, сейчас тебе ставлю железную дверь. Смотри. Ого, ого. Так, где? Ой, в натуре железная дверь. Железная дверь, да? Классно же. Подожди. Так. Реально железная. А как ее открыть? А не надо ее открывать. Эй, блин, слышь? Ты что, это ты лаву, что ли, разлил мне тут? Не. Выпустите. Так, быстрее. Так, аккуратненько. О, блин, ты что там, школьник? А, капец, лавой заливают, блин, эти дебильчики. Ай-яй-яй. Ох, там все, смотри, лавовый дом получился. Так это был дом-невидимка, что он лавовый дом? А теперь лавовый дом. Был а он невидимка. Снаружи невидимка, внутри лавовый. Евген, достань меня, а то я сгорю тут. Ты что, выкарабкался, что ли? О, я всплыл по лаве. Так, ну-ка. Ах ты. Все, я выбрался. Я выбрался. Ах ты живучий гад. Сейчас, иди сюда, сейчас пукан надо потушить. Давай, прыгай. Давай, куда? Пукан, вон, пукан туши. О, пуканица, давай, опа. О, кайфанул, балдеж. Смотри, какой дом, а. Реально, дом из лавы. Только смотри, он снаружи невидимый, а внутри он дом из лавы. Дом из лавы. Ай, блин, я в лаву упал. Ты когда-нибудь видел дом из лавы? Ты просто представь. Я никогда не видел дома из лавы, это прикольно. Только давай ты лаву берешь, и будет дом-невидимка у меня. А, нет, все. Это офигело, ну убери. Я убрал быстро. И, а ты мне что, ну-ка, а сейчас дверку откроем, сейчас как все потечет. Опа. Опа. И что, дверь? Опа. Блин, поджёгся. Ладно, все. Короче, вот видишь, вот так у тебя затроллили. Это троллинг, а, это троллинг был? Это троллинг был, да. Ах ты, ты чё, тролль этот? Ну-ка. Ты чё, этот, антигрифер, нубик? Читер? Да. Ну, в общем, знаешь что? Все, я тебя троллить не буду, я сейчас тебе построю дом. В общем, в следующей серии мы построим крутой дом тебе. Ого, круто, наконец-то. Ну, хотя бы не эту вот какашечку из лавы, фу. А, блин, ты офигел. Да, ты поаккуратней. Итак, смотри. Сейчас я тебе подпоследок, у нас тут осталось эфирного времени, там, 30 секунд. Давай. Вот смотри, алмазик, на. О, спасибо. Смотри, алмазик. Алмазики. Ова, алмазики. О, блин, нет. Эй, ты чё, ах ты собака, ах ты, ну-ка. Блин, ты чё? Я сейчас, доберусь до тебя, ну-ка. Эй, ну-ка. Ну-ка, иди-ка сюда, молодой человек. Стоямба со самбо, да, я маньяк. О, давай, маньяк, подписчики, убийца. Прощаться. Да, в общем, все, давайте, всем пока, а тебе сейчас хана. Ой, блин, капец, все, ребят, быстро лайки ставьте и подписывайтесь на мой канал и на канал Евгена, чтобы я выжил, все, пока.